OnTime – самые быстрые займы в интернете. Сережка Алманов, он пить иду. Это же когда такое видно-то? Сережка, повернись. Ребятушки, я очень рекомендую... Давай, братва, дальше будет только интереснее и интереснее. Володя тащит ценный чемодан. О, чемодан не разбей. Доброе утро. Привет. Там все же пластик, да. Ребята, с этим чемоданом я ездил в Таиланд. Да? Там, ребят, потом в поезде покажем, что там такое самое ценное. Как вы поняли, мы едем в Иркутск, мы опять на нашем ЖД вокзале. Это что? Положи в сумку, это харчи. Харчи, тут у харчей он, блядь, положи в сумку. Самое главное, вот она, щучка копченая. Ребята, пивка 10. Ты нож взял? 15 литров, короче, 10 полторашек. Сколько у нас этого? Ну, 5 литров. Крепыша, 5 литров раствора. Ребята, уикенд обещает быть веселым. И вот наш поезд, 6-й вагон. И в команде ты номер 6-й. А почему Москва-Иркутск? У нас поезд Москва-Улан-Удэ. А, вагон Москва-Иркутск. Паспорта доставайте. Паспорта? Спортсмена сними, покажите движение. Покажи движение. Покажи, как ты занимаешься. Каратист? О, о, как зовут? Пахта. А откуда ты? Из Монголии. В Монголии? Да. Занимаешься этими единоборствами? Нет, учишься. Учишься? В Монголии, в Улан-Удэ. Паспорта, давай. Вот наша проводница, как зовут? Оксана Николаевна. Оксана Николаевна, здрасте. Приятно вас видеть. Будем с вами ехать. Докуда? Докуда вы садитесь? До верблюда. Ребята, пока! Я потом вам расскажу. Смотрите на канале, как наши сыграли. О, ребята, плацкарт. В плацкарте весело. Да. Купе все попрячутся. Завтра, интересно. Блядь. В плацкарте вот сразу. О, с девчонками едем. Да, девчонки, да. Привет. Привет. Да куда едем? Мы доедем. До Тулуна. Тулуна. Здрасте. О, ребята, уборка полным ходом. У нас номер еще не убрали. Или убрали уже. Вон, еще девчонки, привет. Помоложе будут. Здрасте. Ой, ничего тут насрали. Чего у нас, 26-27? Я откуда знаю? Ребята, давайте знакомиться с нашим соседом. Вот он. Нету его. О, ну покажи этот. Сколько там? 5? Ну, 4 уже осталось. 4, а он еще один стоит. Уже вытащили. Так что, ребята, все будет. Вытаскивайте дошираки всего. Закуску. Ну что, давай минералочки попьем. Девчонки, а где тут кабина машиниста? Где порулить можно, нет? Девчонки, чувствую, последний свой рейс работают. Ребятушки, в общем, у нас вот такая вот чудо природы, чудище. А и меня снимают. Это Вадюшина из Агаши поймал просто. Да, Вадюша загашенный поймал. Да, мы пьяные спали, вот Вадик ее завялил. Да, сейчас мы ее сожрем. Весь стол. Вот, ребята, за отъезд. Вот, ребята, внутренности засохшие, куда пальцы не запихать. К нам пришли наша подмога, наши красноярские болельщики. Давайте с ними познакомимся. Митя. Валера Петрович. То есть Валерий Петрович. Валерий Петрович, правда? Ты что, с отцом поехал? Валерий Петрович Денисов. Кстати, я многодетный отец. У меня порядка их 7 человек. Что, правда, что? Ну, на самом деле. Это семья. Сколько же тебе земель-то дали? Земель? А, ты еще тогда рожал, тогда обидно, скажи, еще тогда не давали за второго ребенка, да? Этот? Вообще не давали. И сегодня, кстати, не дают. Почему? Ну, не знаю, почему. Сейчас так дают, сейчас земли же дают. Ну короче, ребят, вот мы, это, у нас такой вот поляна. Да. Вот такой вот поляна. Сидим, выпиваем. Позвольте, не выпиваем, а обсуждаем. Да. Вот еще игру. Да. Ну, вы поездах, Митенька, пить, кстати, нельзя. Не игру, и за рулем ездить тоже нельзя, Володя. Но почему-то мы ездим и пьем, блядь. Будущую победу обсуждаем. Да. Победу. Как праздновать будем? Так что посмотрим, правы мы или нет. Обратно, на каком поезде едем? Они в 7 утра. На первом. А, в 7 утра говорили. А мы там ночью первый. Поезд номер один. Заползем, блядь, на, я не знаю, как на боковую полку залезли. Слушай, ну кто взял, кто-то взял, короче, билеты, ребята, взял на 12 ночи. Они нас опередили. Нет, вопрос в том, что они могут не успеть, может, игру могут перенести на 10. Да, да. И могут взяли на 11:30. Да ты что? А как он поедет-то? Вот, уля-ля. Вот так, ребята. Кто не знал, мы-то взяли сначала на 12, потом переиграли. Валера, давай какой-нибудь свеженький анекдотик. Ну, позже, пока вспоминаю. Не-не-не. Василий Иванович с Петькой сидят, да? Это вот ребятам рассказывают. А. Ну, вот он говорит, я вот, Василий, Петька говорит, Василий Иванович, ну все, я изучил философию, но вот, блядь, слово какое-то незнакомое, нюанс. Не пойму, в чем, блядь, смысл нюанса, что за нюанс?
Вот, и Петька, это все просто, становись раком, блядь, я типа, ну, как засадил. Вот видишь, Петька, у меня хуй в жопе, и у тебя хуй в жопе, но есть один нюанс, блядь. А пальчики-то вот они. Анекдот от Вадюша еще. Короче, сочинение в школе, как я провел лето. Ну и Вовочка пишет, что все лето провел у бабушки, был в деревне, пил молоко, ел сметану. Короче, у меня, говорит, за 2 месяца хуй до колена вырос. Ну, учительница все это прочитала. Все дети домой, говорит, Вовочка, останься, поможешь мне тетрадки домой нести. Ну, ладно. Вовочка тетрадки уносит. Ну, сели, что-то разгорелись. Она говорит, Вовочка, правда, что хуй до колена? Говорит, правда, Марья? Он говорит, а можешь показать? Говорит, могу показать, но тут до колена. Говорит, а засадить можно? Говорит, конечно, могу. Ну, встает раком, блядь. Говорит, Вовочка, а, говорит, а лифчик снимать? Говорит, Марья Ивановна, я не знаю, я деревню, говорит, одной засадил, она задними ногами, говорит, хомут 6. Ну, ладно. Я просто, я не деревенский, сейчас додумываю, кто это был. Лошадь или корова, блядь. А, ребята, у нас начинается репортаж с того, что Володя сказал, что... Нет, ну а почему? Подожди, ночью, скажите... ночью попу барышня. Какая ночь, ну, Володя? Какая нахуй ночь? Позвольте. День динской на улице. Позвольте. Мы ложимся спать, значит ночь. В смысле ночь? Ну а что? Да никак не ночь, Володя. Что-то небо. Короче, курица, ребята. Да? Значит, будет дождь. Если я умру, вините во всем Володю. Я умру от команды. Витя, подожди. Ну что? А что? Ночь на дворе? Нет, ночь на дворе? Позвольте. Что, хуел день на дворе, день динской, блядь. Я сейчас закрою эту штуку, будет ночь. А вон там ты не закроешь. И там закрою. Ее нет, этой штуки, понимаешь? Вон она наверху. Ну, вай, Вова, день, блядь. Но мы ложимся. Ну спать. Иди в тамбур, перди, заебал. Ну нихуя, нет, я. Вот спать-то мы ложимся, да базара нет. Ну ты иди перди в тамбур. Нет, подожди. Я сейчас ложусь спать, да? Я захожу пернуть. Мне нужно будет идти в одеяле, укутавшись. Не знаю, перди пакет. И пердеть там, блядь. Нет, перди какой-нибудь пакет. А потом пакет. У тебя есть 200-литровые мешки. А что у тебя? 200-литровые мешки перди? Ну, хотя бы, да. Вот пакетов вот. О, вот. Не, ну, надувай, вот, пожалуйста, не, отпускай их на волю, блядь, я не знаю. Пусть летят в стратосферу, блядь. Давай, засыпай. Да, хорошо, ребята, я засыпаю, потом. Если я умру, то извините во всем, вы знаете кого. У следов удушья не будет, а как бы просто вздохнусь, то это вы знаете кого винить. Ребятушки, бегемоты вышли на охоту, вот, послушайте. Ну или у них брачный период. Камера упала. Че, серьезно, что ли? Ну. А зачем ты ее бронил? Ну, случайно. Почему ты потревожил мой сон? Извините. Ну, все заснято. Что заснято? Весь ваш художественный храпеж, блядь. Танюха, ты на меня не ругайся, но Володя привел двух этих. Девчонки, а вы можете сказать, куда вы вместе? Мы? Двоится, скажите. Давайте, и неси чемпион! Не-не-не, на самом деле это знаменитые во всем хоккейном мире няшки-близняшки их зовут. Да? Да. А куда лег? Куда лег то этот? Я, понимаешь, Енисей чемпион! Владилен, ты что, проснулся? Вы настоящий? Вадюша, у тебя сегодня будет секс. Они одинаковые, у тебя сегодня будет секс в красной майке, блядь. Ребята, это Анатолий Месси. Ребята, кто не помнит, мы бухали в Редибаре, это Анатолий Месси, он был здесь. Сегодня он в другой формат немножечко, но тем не менее. Но в своих очках. Поддерживает, да. Он поддерживает. Да, Гарри, затянулся. Ну все, надо уже новое. Где он новое? Сейчас пойдем на улицу. Короче, мы в вагон ресторан пошли, ребят. Вы как хотите, мы в вагон. Я предупреждала вас. Ту-ту-ту. Все, я ухожу. Все, пошли. Мы уходим. Сережка Алманов, он пить иду. Это же когда такой вид он-то. Сережка, повернись. Серёнь, ой, он едет. Серёнь, ты что, очкарик, что ли? Поэтому и 1000 голов забил. Если бы видел, 900 забил. Если бы не видел. Ребята, привет.
Как дела? Кто кого обыгрывает? Так, у него, короче, у него все козыри. Что берем? Ну, как обычно. Все берем. А что есть? А что есть? Все берем, все берем. Ну, минимум 500 грамм. Бутылку? Конечно. Ух ты, нифига, барная стойка. Нифига себе. Я поломал отъявить в Иркутск. Давай. Сделай мне всех, блядь, ребят. Смотрите. На кнопочку нажимаешь. Опа. Хопа, це, блядь. На кнопочку нажимаешь. Хопа, це. Вы поняли, для чего техника дошла, блядь? А еще что хочется сказать, там туалета нет, и здесь два туалета, понимаете? Раз туалет, два туалета и зеркало. Ю-ху! Поняли, в чем вся фишка? Вот так вот. Че там? Что за него мусорню забрали? Да ты что, кого? Вон нас. О, ты что, дочку за это? Две. Две? Ну ты дурак. Сам тут дурак. Говорят, что вы были в Кутузке сейчас. Да. Вам там было хорошо. Заявление написали. А Савченко? Да. Вы там Савченко видели, нет? Летчицу Савченко видели, нет? Видели. Вместе на кого он написал заявление? Летала вместе с нами. Опять от меня сбежала последняя электричка. И я по шпалам, опять по шпалам бегу. За ней по привычке. Вы не смотрите, что у нас глаза как бусинки? Это просто здесь жарко в вагоне. Нет, это просто камера, эффект красный глаз не может убрать. Короче, ребята, что я вам хочу рассказать? Знаете, как смывать? Прикиньте, как свет, как свет включаешь, выключаешь, хоп. Давай. Работает. Ой. Короче, залупа полная. Нихуя полностью не смывает. В старом-то хули на педаль нажал. Педаль. И все смыло. А здесь нихуя не смывает. Ладно, короче, давайте будем зубы чистить. Вадик, стой, Вадик, блядь. Короче, ребята, мы опоздали немножечко. Ну, не проебали. Вова, говорит, нам... До свидания. Вова, гудани на прощание. Короче, ребята, мы проебали чуть-чуть станцию, нам нужно выходить не в Иркутске, а в Иркутске сортировочном. Ой, смотри, какие классные эти. Ну-ка, закрой. Ой, да, покажи, как закрывается. Сейчас поедем и закроем. Да? А ты что, раздетый, где одежда? Рюкзаки. Сними меня, Вадюша, как я выбежал, блин. Вот дальше, иди. Ребят, что, на улице пиздец, да? Вадюша, у него еще доширак заваренный. Вот. На ходу будет пять. Еще и доширак заварил, блядь. Пиздец, проебали станцию вообще, ребят, по полной, блядь. Вова, а стопки твои где? Уйди быстрее, забирай. Вова, да не надо, не надо, не надо. Взял? Я в пакет кинул. В общем, когда из поезда выходишь, в Иркутске сортировочном, это очень большая, как она называется, вот еще, традиция. Russian tradition, блядь. Иркутшин tradition. Поесть доширак. Здесь сразу все вам заваривают. Перемешать надо. Ой, хороший доширачик. Ну все, за вас, ребят. Давайте, как Марик любит, в рот пихай камеру. А вы что думаете, три ночи и нас никто в Иркутске не встречает? Тут пиздец народу, ебаный в рот, блядь. Вон даже этот таксист, блядь. Все здесь. Здорово. Привет, привет. Здорово. Вот так вот, ребята, три ночи и нас встречают. А сегодня что, суббота? Какая такая три ночи? А сколько? Всего лишь два ночи еще, скажи. А, три ночи, нет, да. Подожди, а сколько? Где же на час больше времени? Ну, час два в Красноярске. Пять часов. Сейчас. Сколько время? На, подержи. Блин, короче, сейчас минут 45. Короче, ребята, только мы, долбоебы, приехали. Нормальные люди приехали в Иркутск пассажирский, а мы вышли в Иркутске в сортировочном. Полуголым, блядь, я вышел и жрал доширак на перроне. Заваренный. Потому что ты долбоеб. Че? Потому что ты долбоеб. Давайте сразу сложно. Володя, бывает. Ты думал, что у тебя все друзья нормальные? Я тебе сказал, как надо сделать. Ты, блядь,
повез нас хуй знает куда, блядь. Ну, вот нас здесь, видишь, все встречали? Ну чё? И чё? Хуй через плечо. Ребятушки, мы приехали на квартиру. По дверям сразу видно, квартира элитная. Но, сука, всего две двери. Это ключ. Ключ вручили. Да. Закрывается и открывается. Она с пинков, короче. Дверь где вообще... кухня? Кухня там дальше, через комнату. А, то есть две двери, одна в туалет, вторая в комнату, что ли? Ну, о, джакузи, Вадюша. Ребята, мы будем спать втроем вот на этой односпальной кровати, блядь. И чего? Ну а как? Ну, мы тебя с Вадюшей ебем. Пошел чур, чур мы тебя с Вадюшей ебем. Чур меня не ебать. Ребятушки, мы проснулись. Ребята, ну, мы в принципе не спали. Доброе утро всем. Доброе утро, страна. 7 утра, блядь. Хочется вот выйти на балкон. Е-ни-сей! 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 На самом деле, мы с Митей лежали и ждали, когда же посветлее. Да, ребят, если вы спросите, где я спал? Я спал возле Володи. Он на меня все пытался ножку закинуть. Но я сопротивлялся. Ну, а вдруг? Да ладно, один раз не подараться. Ну чё, бухаем. Говно бухаем-то. Квартира, ребят, вообще шикардос. Кухня. Еще бы Митя не пердел. Митя не пердел, блядь. Митя поблевал уже. Прихожка, ребят. Смотрите. Какой, блядь, туалет совмещен. Наверное, вчера вам показывал. Я почему это показываю? Потому что ссылка на эту фирму, которая нам предоставила квартиру в описании. Оказывается, мы за рекламу здесь живем. И я знаю, что, значит, они смотрят. Единственное, что хочется вам сказать. Подтяните, пожалуйста. Вот эту вот залупу, пожалуйста, подтяните. Там, это ж не трудно сделать. Просто подтяните. А находимся мы, ребята, на улице Дальневосточная, дом 128, квартира 11. Тут все, вайфайчик. И вайфай не как в Таиланде, а очень замечательный. Да, Володя? Да, вайфай классный. Ну че вы, телепузики? А че там? Баста, телепузики, кончились опляски, блядь. А где наш Вася Баста-то, который там? Ребята, мы сейчас поедем на озеро Байкал, купим омуля, покушаем. Подожди. Дима, покушаем, сука, кто покушает? На нахуй! Поедим, блядь. Ебанут. Кушают дети до года, остальные все жрут. Красавчик. Понял нахуй. Рыжая псина, блядь. Здорово. Что, ты высокий на каблуках, что ли? На лабутенах. Как же, ребята, Денис, наш русский корефан. Все его знаете. Он нам все действительно, все благодарства сделал. Это хат клоном прям взял. Сам давайся, проходи. Проходи, заходи, раздевайся, ложись. Иди помойся, мне. Заходи, раздевайся, ложись. Я впервые вижу машину, там 5 человек сбило или что? Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. А что означают звездочки у вас на боку? Это сын наклеил. Я думал, сколько человек сбили. Или бабушку. Ребят, Денчик, куда едем? Крестьяны Тулу. На Байкал купаться, загорать. Ребятушки, и волшебством монтажа мы оказались на Байкале. Это что, Байкал, что ли? Это Байкал-Амурская магистраль. Блин. Ангара. Сам ты Ангара. Байкал туда еще. А, вон Саяны, Саянский хребет. Ой, что-то дует-то, а. Смотрите, да, о, да, шашлык. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая красота, ребята. 3-3, сколько будет? Дырка. Тебя как зовут, брат? Хасан. Хасан? Да. Тебя? Абдулла. Вот, ребята, мне на заводе сделали примерно такое же. Прям здоровую? Да, да, да. Я вам потом покажу, ее маленько, ну, надо будет переделать. Да, вот он, рассыпчатый пловчик. И кто победитель сегодняшнего соревнования? Хасан! Нам одну накладываем, мы тупо попробовать, все. Там такое у нас, этот, ревизора, магазина. Давай, с горочкой, хорошо. Вот. Не то. Не камильфо? Mm. Ну-ка я попробую, ребят, давайте. Давайте-ка я отведаю. У тебя? Ой, извини. Сейчас морковочку, все это. Еще? Вот, пока можем положить. А ваш надо? У тебя вкуснее, Вадюш. Я говорю, не то. Не, ребят, не то. Не то. Ревизора не рекомендую. Русские есть! Поднимите руки, кто русский.
сахаром? Что, все? Остальные все иностранцы, что ли? Я русский. А тебе зачем, мужик? Красавец. Дай пять. Джеки Чан. Ребятушки, вот мы зашли на рынок. Смотрите, здесь рыбка. Ой, это что, это типа креветок, да, ваша? Нет, это головянка. Головянка? Сколько стоит одна штучка? 100 рублей. Одна штучка? Одна. Ни хрена себе. Не, головянку мы точно брать не будем? Мужчина, вот холодное копчение съесть. Да я хотел просто головянку попробовать. Что за головянка у вас? Сколько стоит? А? 50 рублей одна рыба. А, вот уже 50. Видишь, чем глубже в рынок заходим, тем дешевле. 50 рублей. Мне попробовать бы ее. Костик, убирайте, целиком кушайте. Ну давайте, ладно. Прям с костью? Да, там как хрящик. Ребят, головянка. Ну, жирная, пиздец. Ну, прикольно. Удар по печени. Прикольно. Это мой его. Другое. Да? О, Серега, привет. Я тебя обнимаю. Наш человек, ребятушки. Когда приезжаете на рынок, приходите, спрашивайте, где Серега? Где Серега? А Серега, блядь, в среднем ряду. Ребят, я стою на Байкале. В Байкале, прям. Вот он, Байкал. Ребята, здесь под низом 30 километров глубины. Ты видел? Попью водицы из Байкала. Вот он Байкал, а на Байкале водится нерв. Обязательно себя по булкам надо стучать руками. Все наши здесь. Енисей! 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 Так, ребят, Игорь Валентинович и... И что у нас раскрыто? Приз вылени. И Мишаня с вами, блядь. У него брат сегодня будет играть в запасе. Не-не-не. А еще у меня... Позвольте. Нерпочка. Позвольте. Ты что, с нерпочкой? Позвольте. Миха, который пердит Миха. У меня вопрос, блядь. Да. Кто у нас Енисей сильней? Красноярский Енисей. Ребята, поезд наш. Наш поезд рулит, ребята. Наш вагон разруливает. Наш больше народу, чем жители Листвянки. Ребятушки, Енисей! 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 Слышь, ты со сканефтяника пошел нахуй отсюда. Сагудай – это филе омуля свежего. С приправами. Прямо, да. И с приправами. Ты-то куда лезешь, сканефтяник? Соленый такой. Малосолый. Он соленый. То есть берут омуля. Нет, сначала выпить. Сначала выпьешь и закусить сагудаем. Да идите вы нахуй, дайте чек скажет. Да-да. Делают филе омуля. Я-я. Натюрлих. Натюрлих. Приправы специями всяким приправляют. Ага. Вот. Лучок? Лучок, да, обязательно. Вот сейчас закуси, и ты мне скажешь. Давай. Оно или не оно? Да. А он, откуда он зашел? Владилен Дождевич. Ну, он закусывает эти... сагудаем. Давай. Пиздевич. Давай. Ребята, ну на запах вообще просто... Да, охуенно, да? Шикардос? Ну, давай. Давай. Давайте. Давай. Владилен Пиздевич, блядь. Давай, Вадюш. Ну? Вкусный раствор. Уля-ля. Опа, ну-ка, сугудай. Хуйня, блядь. Оно. Да, да. Вадюша, оно. Я ж тебе говорю. Ну-ка, дай-ка я. Он во рту тает. Блядь. Просто тает во рту. Давай. Амочки. Оно. Оно. Вот это закуску не пузаться, жратвой нахуй. Оно нахуй. Тебе хоть говно нахуй, все оно. Короче, омуль копченый, соленый, всякие разные. Нахуй не понятно. Ну, погудай. Ты говоришь, Вадюша? Это что, ребят, очень вкусный. Ты доволен жене? А ну там Байкал, ребят. На заднем фоне Байкал. Лисянских, ребят. Просто отдыхаем. Охуенно. Какая такая Таиланд, блядь. Приехали, где, вот, понимаете, где вот, где Байкал. В Ангару переходит. Это вам не хуй собачий, блядь. Вот здесь вот Байкал. Ты посмотри, люди, лед больше людей, посмотри. Что ты меня снимешь? Тут смотри. Лед больше, чем люди. Базара нет. Ну факт, сам факт в том, что, ребят, здесь Байкал переходит.
приходит в Ангару, Ангара не замерзает, а Байкал замерзает. Понимаете, вот это вот явление природы. Вот, пошла Ангара. А вы знали, что в Байкал все реки впадают, и только одна выпадает? В Енисей. Ангара, и она дальше идет в Енисей. То есть, потому что что? Потому что Енисей! Енисей чемпион! Ребятушки, я знаю очень много людей, которые заикаются и живут вот с этим до старости. Но оказывается, это все лечится очень просто. Ребятушки, если вы заикаетесь или ваши знакомые заикаются, советую вам обратиться к Александру Кабанику. Александр реально помогает избавиться от заикания. Ссылки на сайт Александра, на его страницу ВКонтакте, а также на его YouTube-канал, на котором он бесплатно показывает, как можно избавиться от заикания. В описании к видео, ребят, переходите на Александра, и он реально вам поможет. Ребятушки, короче, мы проснулись, мы после Байкала поспали. Я ушаночку поглубже натянул. Вот. Шансонье проснулся, Володя. Ночью переходный возраст, голос ломается. Да. Ребятушки, вон приехали, вон. Яшка Цыган с нами. Да какой вам Яшка Цыган? Юра. Ну а что, Дэн его повязал, когда еще работал? Так мы не разлучны с тех пор. Да. Санечек, да? Санечек? Да. Слушай, глухонемой Санечек, блин. Саня тоже звонил. Кто? Саня тоже звонил. И что? Ну, сейчас призвоним. А ты видел фотки со стадиона? Нет. Покажи, Дэн, фотки со стадиона. Пиздец, Вова. Ребятушкам. А где я спал, ёпта мой, где я был, я видел. Там одни шашлыки. А ты что, в джинсах спишь? Нет, я уже просто... Ты думал, что у тебя это? У меня стало... Сон по-другому не пропустят, блядь, дресс-код в сон. Смотрите, в чем мы будем сегодня играть, видно? Да. Анют, алё, привет. Вода, ребят, представляете? Вода, нахуй, на стадионе. А эти обрыги, обрыги уже. Но зато голодными не останемся. Да, шлачочки, блядь. Вообще тут гора. Кисты уже, наверное, подбирают себе резиновые сапоги. Да. Ребята, у нас местный бурят на зубах поет. Местный Вася Баста. Давай. Не забывайте, что вы приехали на бурятскую землю. Давай. И вас большого маленького бежит на поле. Давай. Я музыкой захуярю обоих. Давай. У них мозг взорвется. Ну давай, хоть ты не обращай на него. Дай бит, брат. Я. Бенни Бенасси. Не получается у меня Бенни Бенасси. Satisfaction. Сейчас получится. Дай бит, брат. Дай бит. Satisfaction. Слушай, я так понимаю, что... Я так понимаю, что ты когда жене куни делаешь, там вообще в восторге. Ты чё? Всё, давай грузить. Ты там это, арабесские играешь, блядь. Стой, подожди, иркутская машина? Иркутская, блядь, стой. Давай, Вадюша. Енисей! Так, всё, блядь. Это русский хоккей, это русская удаль, это звонкая песня ледовых атак. Ребятушки, мы приехали, здесь там Саня. Дым, ребята. Саня, ребята. Пьяненький, блядь. Там дыпа состоят, вы из багажников ебанули, что ли? Подходим на стадион. Стадион находится в лесу. Типа как в Красногорске, короче. Да, такой же. Я так и думал, в принципе, через служебный вход, ребята, идти. Люди вон через заборы смотрят. Народу полный стадион, ребят. 1-0 Байкал ведет. Прикиньте, что? Вон. Табло. Пресса. Все как положено. Короче, ребята, мы прям возле самых громких поля. Все Байкал орут. Кто-то деньгами кидается. Ты меня кто-то деньгой кинул, блядь. Я тоже вот. По рублю. Вон. Да? Вон. Все на высшем уровне. Квадрокоптер, да? Да. Почему меня все деньгами кидают? Смотри, пожалуйста. Я не знаю. Меня деньгами, правда, кидают. Вон. Он. А? Ну, сейчас накидают на обратную дорогу. Давай, Женечка, давай, родной. Поехал. Ау, сука. Тихо. Тихо. Что, вне игры? Алмазик. Наши ребята забили наши. Есть! Енисей! Енисей!
Народу, ребята, народу вообще тьма. Просто тьма народу. Мачо, громкие поле, это нечто. Ну, хотя это... О-о-о! Давай, Алантик! Ну! Рисунка игры не видно? А? А ты не пройдешь. Ну, пойдем, пойдем, пойдем за воротами. О, здорово, Слав. А мы везде. Е-ни-сей! 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 Да, нормально. Здорово, здорово. Ребята, это Женя Викулин. И его племянник играет сейчас на поле. Юра Викулин, капитан команды Енисей. Ребятушки, 2-1 повели. Ну-ка, повели. Повели. Лапшин забил. Красава. Красава. На, к себе куда-нибудь день. Ready TV. Вадюша, блядь. Ready. Ready TV number one. Вот они, ребятушки. Прическа Рэдди, ты слово Рэдди, нет? Ну почти. Вчера освободился. Хабаровск ездил и постригся. А то мы с Вовой там стояли, меня мелочью закидали, пиздец. Из-за шарфа. Меня монетами как, давай кидать, блядь. Вова говорит, сейчас давай на обратную дорогу забираем, блядь. Меня вообще один нахуй там, знаешь, чуть отпиздить. Ну, реально, он всё отпиздить. Да меня доел. Я только с гранатометом уже отпиздил. Ты что, говорит, сука, тут встал, я сейчас тебя туда-сюда. Дурак вообще, я говорю, люди какие-то дурные. Ребятушки, 3-1. 3-1, Вадюша, давай. Чё? Вот так вот так? Давай. Пацаны! Бывает. 3-1 мы ведем, 38-я минута матча. Все хорошо, все замечательно. Наши поддавливают. С каждой передачи Иркутск начинает ошибаться. Это, я вам скажу, что это усталость после 5 матчей в полуфинальной серии. Наши провели всего 3 матча. Наши посвежее. Лед хороший. Как бы мы на него ничего не говорили, но лед хороший. Ну, давай. Наши все мячи подбирают, забирают. Давай. Мы на подборе. Все. Сереньку удолбят. Володя, расскажи, пожалуйста, почему мы не взяли с собой шампанское, чтобы поливать Енисей после игры? Потому что у нас нет денег. Мы бичи. У меня ж 1000 на карте есть. Ну и что, Васу в очко себе эту 1000, блядь. А на телефоне? И на телефоне еще 1000. Пошел. Давай, Алантик, давай. Рыся в порядке, Рыся. Ребята, вратарь Иркутской Байкал Энергии, наш красноярец, Денис Рыся. Я с ним занимался на рассвете когда-то. Пойдемте покажу вам этот кубок, за который борются команды. Вот ребята запасные сидят. Байкал Энергия. Вот, ребята, вот за этот кубок борются команды. Вот, кубок чемпионов. Короче, вот этот оператор сказал, чтобы нам угловой флажок не закрывали. Они когда угловую подают, мы где закрываем ему угловой флажок. Ребята! Енисей! 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 Так, ребята, стоп! Редисан! Никто не орет, кроме Игоря Валентиновича. Редисан! Я кого встретил? Это наш знаменитый ресторатор города Красноярска. Владимир Владимирович. Владимир. Вот этот флаг, ребята, он был на всех олимпиадах. Да, он вместе с Медведевым, с Дмитрием Анатольевичем, с ним фотался. Да. Вперед, Красноярск, чемпион! Владимир Владимирович, скажите, смотрите канал Редисан? Не, честно сказать, не смотрю. Смотрю матч. До свидания, Владимир Владимирович. Не, я один раз видел, но... Честно, но не понравилось. Ну, не постоянно смотрю. Ребят, короче, это депутат городского собрания. Сейчас идешь в ЗАГС собрание? Да, иду в ЗАГС собрание. Голосуйте за патриотов, за меня. В частности, я не подведу. Анатолий Петрович Быков рулит, ребят. Не обману. Да. И всегда буду отстаивать только красноярцев. Всех. Давай, все. Люблю вас, Красноярск, люблю. Не, Владимир Владимирович, ребят, я люблю Владимира Владимировича. Вот за него я готов голосовать обеими руками. Спасибо, брат. Без денег, без всего, просто покормят и все. Оле, 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 Енисей!
оле, оле, оле. Давай, я подержу. Нас не надо, не надо. Владимирович, мы сделали. Сделали. Да, нельзя? Вот туда. А чё? Ёбану. Сказали, что можно. Сказали, можно. Давай, 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 давай. Мужик в оранжевой жилетке сказал, можно. А когда можно? С командой можно. Все, наши выиграли. О, наши. Вон они, команда, все нормально, все куда, хорошо. Куда? Снимать куда? Вон с ним, вон, оператор, иди выгоняй. Вон оператор, видишь, стоит, иди выгоняй. А? Че, вон он стоит на льду. Я говорю, оператор давно стоит. Ты что исполняешь? Все снимать пошли, блядь, ты что? Ну. Все, ребят, победа наша. Все, все здесь. Вася, Вася, Вася! С победой! Ребятушки, с победой! Спасибо! Владимир Александрович, с победой! Вас, ребята, это вы победили! Почему мы-то? Вы молодцы! Они? Они, да! Можно, можно, можно! Давайте. Ребята, Яков Михайлович, расскажи, что... Бутылку тебе я проигранную отдал? Да, а чемпионом стал Енисей, молодцы! Ребята, лучше отдать бутылку, но стать чемпионом. Все, ребятушки, кубок наш. Базара нет, сегодня орали, что? Ренессанс ТВ номер ван, да. Орали? Ну, конечно, я сейчас знаю. Давай. Енисей! Вот уже нихуя ты красавчик, опять залез в эти хроники. Ребята, это Юрий Дудник, пресс-атташе команды Енисей. Тихо, работа. Макс, ну давай. Серега, ты пить не умеешь. Давай, давай, давай! Рыбку давайте на камеру. Олега, давай рыбку. Маленько отдохнули, уже тогда как-то в голове вот это все разложится по полочкам. И тогда дам свое мнение по поводу. Ну вы довольны результатом? Да. Я просто счастлив. Сезон великолепный, пацаны просто молодцы. И огромное спасибо нашим нашим многочисленным болельщикам. Это, ну, сами видите, сегодня был праздник для всех, для них, для всего нашего города. Дай бог, чтобы в дальнейшем наши игры собирают ли такое же количество народа. Что говорит руководство, когда построят открытый стадион? Я думаю, что вот сами видите, да, какой финал сегодня получился, какого качества лед. Это, мне кажется, будет толчок для того, чтобы построить крытый стадион. Ребята, это Олег Кузнецов. Привет. Радиоведущий, телеведущий, я хуй знает, заведущий. Где Юра Жигулев? Видимо, спит уже. Да? На трибуне? Ребята, вот он. Ну, я его уже снимал, но вот он. Вот он, кубок. Слава, кубок можно, чемпион. Пожалуйста? Слава, не давай! Слава, не давай! Не надо. Ты Славу возьми на руки, да и все, что ты. Ребят, я на этом закончу свой репортаж. Под конец. Это подарки от болельщиков нам на память. Енисей чемпион. Друг тебя смотрит. Да? Вообще. До новых встреч. Как у вас называется? АЭС Байкал ТВ. АЭС Байкал ТВ. Ребята, АЭС Байкал ТВ с нами фотоится. Дай микрофон. Да. Давай, микрофон. А, здравствуйте, и мы начинаем нашу телепередачу. Дай Капе привет, Урал. Кому? Капе, да. Как? Капа! Мы выиграли! Вопрос по новой схеме. Готов ответить? Новую схему готовил комитет по проведению. Поэтому и я поддержал эту схему, также проголосовал за эту новую схему. Если говорить и отвечать, то это очень долго, понимаете? И у вас никто не будет столько времени показывать. Зато я считаю, на данный момент это самая объективная схема, которая могла быть. Спасибо.
Спасибо, спасибо. Давай. Ну, то есть, получается, вернули, Борис Иванович, вернулись к первой лиге, да? Как вот раньше первая лига проводилась по два матча. Причем здесь первая лига? Ну, а как так запроводилась первая лига? Ну, ты херню, извини за выражение, если хочешь, снимай. Мелешь какую-то, значит. Поэтому вас, видимо, и не аккредитуют. К первой лиге мы вернулись к системе, и не вернулись, а мы к новую систему пытаемся внедрить, которая давала бы объем матчей. Так что, если хочешь провоцировать, то иди вон туда. Это был президент Федерации хоккея с мячом России. Я там сам играл в этой первой лиге. Все эти... Были по два матча, сейчас возвращаются по два матча опять. Я не знаю, как команды будут играть. Это не шайба, это в шайбе вышли, они по три минуты отыграли за матч. Это хоккей с мячом, здесь по 45 минут люди бегают. Вот поэтому хоккей с мячом у нас в таком месте и находится. Когда хоккей шикарный, это здорово. И здорово, что сегодня в финале играли две лучшие команды Суперлиги, бля. Да. Красноярский Енисей чемпион, Иркутская Байкал Энергия. Ура! Стоя, тихо, стоя за чемпионов, за Енисей Красноярский. Яков Михайлович, мы с тобой. Спасибо. Спасибо. Еще бы не, сегодня достойная игра. Не, достойная, шикарная, шикарная. Там без базара вообще. Тут вообще шикарная игра. Ребят, да. Мы такими темпами с Иркутска не уедем. И тебя вылечат, и меня вылечат, Андрюшенька. Молодцы, с победой вас. Ты что? Обри, уже обрили. В армию, что ли, собрался? Да. Вот опять ты попался нам. Да. Я, Натюрлих. А вы где, братья, живете? Мы, а где-то мы живем, на Дзержинского. Как, привет. Ты же в Солнечном железке. Ну как она, на набережной, короче. На Дзержинского. О, привет. Мы тебя искали долго-долго. Ребята, я что, понял, что в Иркутске гораздо больше зрителей канала Рэдисон, чем в Красноярске. Конечно. А? Я офигел, мне каждый второй. Рэдисон. Смотрите, наши все здесь, а! Здесь. Победа, ребятушки! Спасибо, дорогой. Че там мы, бля, как мы? Че, всех сымаюсь, нахуй, или че? Конечно. Ну, молодец, нахуй. Редис. Самая обидная. О! С победы. Леониди! Цвет сип хуево, блядь, хуево. Твою мать, кого я вижу, блядь. А ты опять, блядь, YouTube, нахуй. А ты опять сегодня не пришел. О, Борис Беккер, ебаный урод. Он трезвый. Ребятушки, Будулай вернулся. Байкалцы. Играй музыку из Будулая. Та-та-ра-та-ра-та-ра-рай. Та-та-ра-та-ра-та-ра-рай. Тормак вперед! Короче, все, что они говорят, это пиздец. Спасибо, ребят, спасибо. Ай, короче, ребята, близняшки вернулись. Я засветил. Леверовщик из вас! Понятно. А этот парень сегодня должен коня угнать. У меня, что ли? Яшка Цыган! Неуловимый мстителей. Да. Воля. Ребятушки, мы дома. Ну, как бы дома и не дома, блядь. Да, Володя? Пиздец тут, как на улице. Нас вот оставил окна открытыми, у нас здесь как трезвяк получается какой-то. Отправление 1:23. 1:23, по какому? По Москве. Плюс 5? Плюс 5. 6:23. 6:23. На 6 нужно заказывать, тогда такси получается. Ты что, пизданулся, блядь? За 23 минуты доедем, блядь? На 5:30 тогда. На 5:30 это понятно. Как ты бухаешь, у тебя на 5:30 это базар. Позвольте. Ну. Смотрите, как. Спит Володя и Вадик. Ой, бля, это что это там? Сладкая парочка, ребят. Че, вставайте. О, ты присадил ему, нет? Может быть, не исключено. Ребята, доброе утро. Доброе утро. Вадюша. Стендап. Вот он, ребятушки, вот он. Легендарный поезд номер один. Самый, как сказать, хуёвый поезд в России. Самый поездатый. Но 7 суток едет. От Владика до Москвы и от Москвы до Владика. Спроси, какой вагон, Вова. Митя. Давай, удачи. О, давай. Ты что, поехал? О, близняшек провожаем. О, вы что, опять? Билет, вы что, опять с нами? Они билеты на вчерашний день. Надо снимать. Че? Мне надо снимать? Какой вагон-то? Вот 13. О, привет. Вот 12 ему. Здрасте. Курить запрещено. Вот так вот, ребята, выглядит поездка на сухую на поезде. Такое чувство, что уже месяц едем. Унылая голова вообще. Хотелось бы это, ускорителя какой-нибудь принять. Грустно и скучно. Туда дорога вообще так промчала. Сейчас обратно уже. Бока болят, ноги болят, спина болит.
Интернета нет. Интернета нет. Делать нехуй, есть нечего. А есть хочется. Короче, ну мы уже въехали в Красноярский край. Сейчас здесь станция Иландская будет уже. Да. Тайшет поехали уже. Пару часов назад. Осталось 5 часов. Ехать. Всего маленько. Все чуть-чуть. И как сколько нас народу встречает, смотрите. Где наша Степка? До свидания. А вы, ребят, не забывайте, что я вот сейчас снимаю на Ready Life на канал с телефона. То есть короткие видосы, по минуте по две. Заливаем. Ку-ку. Степа, это что, все твои? Ку-ку, мой мальчик. Знакомьтесь. Здравствуй. Аня, что мои соболезнования. О, Аня, привет. Как ты с ним живешь, Аня? Мы не знаем. Это какая-то машина по пердению, по харканию, по рыганию. Это вообще ужас. Я говорю, канал Ready Life, ссылка в описании, переходите. Там происходит все вживую, то есть короткие видосы. Вот мы в путешествии заливаем, еще откуда-нибудь. То есть надо что-нибудь залить, ну туда залили. То есть подписывайтесь, не забывайте на Ready Life. Там все самое свежее. Ну все, ребятушки, дом, милый дом. Наконец-то мы дома. Ну в смысле как дома, еще на улице. Вон тут Степан пытается развернуться. Давайте, ребята, до свидания. До новых встреч. Ты что, дурак или что? Люди спят, блядь. Извините, ой, дурак, а? Ой, дурак. Ребятушки, мой любимый лифт. Все. Последний транспорт опять на сегодня. Короче, хочу сказать спасибо всем, кто нас встречал в Иркутске. В дороге с кем ехали. Не знаю, Денис, спасибо большое, что там с квартирой все порешал. Всем ребятам, кто на стадионе подходили фототься. Мы вообще, правда, мы не ожидали. Мы просто не ожидали, что столько у нас зрителей в Иркутске. Это больше, чем в Красноярске столько людей не приходит. Там в Иркутске, там просто нас порвали на куски в перерыве матча. Все, ребят, всем спасибо. Всем пока.